второй год подряд лучшим хоккейным клубом Казахстана стала Карагандинская Сары-Арка. Победитель Про-Лигасы определился в 7-м матче серии. Седьмой матч финальной серии проходил в Ледовом дворце Караганды-Арена и завершился уверенной победой Сары-Арки 5-2. Голами отметились Федоров, Данияр, Рахманов, Барбашов и Анаховский. В целом же лучшим защитником лиги второй сезон подряд признан капитан Орлов Эдгарс Сиксна, а лучшим нападающим – форвард Сары-Арки Михаил Рахманов. Своей уверенной игрой нападающий доказал, что может выступать на высоком уровне. Как итог, 27-й номер Орлов получил приглашение в расширенный список сборной Казахстана на чемпионате мира.